Ну да, день-два, поехали. Сначала недели, сначала обычный ран, да, будут. Blue Baby вроде мне пишут. Блядь, где он, господи, сложно. Вот он, Blue Вау, blind сразу, ничего себе. Так, что там, моя система, да? Ходи одну руму и ресет, если нет тайтем румы. Что-то на хардмоде пиздец сложно находить тайтем румы на старте обычно. Хотя, возможно, в этой игре стало легче, что-то я тоже, по-моему, особо-то не проверял. Хуя. Хуя себе. Ладно. Ага, мешка нет, да, который этот. Это лучше, наверное. Только давай не в керсу. Пиздата. Спасибо, что не в керсу. Пока что довольно мало осталось. Посмотрим. Лон вэмп. Oh yeah, I hope I will get no crashes on daily runs. That would be pretty sad. I think it's not that often. It doesn't happen that often, I think, on daily runs. Should be fine. Старт, конечно, прикольный, но... Это пол хп осталось. Это маловато так-то. А он switch, maybe switch is like worse, like crashes wise. Who knows? Мухи, да? Угу. Баф Blue Baby, блин. Как же его бафнули-то, а? Какой-нибудь сладкий. С мухами. С мухами и нормальными сделками в кои-то веки. Жаль, что этому говноеду тоже такие же сделки не сделали. Было бы совсем приятно. Типа, видимо, он и так мега мощный с этим его говном. Говноедский персонаж, блин. Мощный. Классная карта. Отдай. Тоже классная карта. Плохо, что я муха не могу взять, потому что они телепорты будут прокать. Мне прям лень выкидывать. Активка, у меня телепорт. Мне лень выкидывать каждый раз. Ремоут. Типа, если буду нажимать активку, буду улетать. Тут могу выкинуть. Опа, долгий. Можно. Какие-то я углы выбираю очень неоптимальные. Так, хорошие таблы. Охуенные таблы. Стример типа спешит, но на пол хп сильно не поспешишь, тем более без билда. Поэтому мы тут спешим когда как. Стример действует по ситуации. Спешит, но есть опции. Но бывает и не особо спешит. О, прикол нашел. Приятно. Хорф, да, с самого начала. Это да, это уже особенности именно моего раута. С этим дедикейшеном открытым сразу. Так, сейчас будет по-любому телепорт в керсу. А. Да. Это мегастен. Я уже залочил. Правда, блядь, а как я пойду на мегастенап, да? Никак, блядь. Вообще никак, потому что у меня уже дьявол залочен. Так что, наверное, похуй. Наверное, похуй. Прикольно, конечно, наверное, нет. Все же я больше верю, что мне нужен активатор. Пускай даже и псевдоактиватор. Хотя, еще больше мне, блядь, хп надо в этой жизни, по-моему. Все остальное. А, прикольно. Прикольно. Меченый. Меченый. Дай хп. Меченый. Хорош.
Уже таблетки. 5 хорф. Спидап. Дерзап. О, другое дело. Это на босса пойдет. Наверное. Бах. Хоп-хоп. Хоп-хоп. А-а-а. Да, сложный босс. Не! Блять, мимо. О, хорошо. Ухо выжило. О. А, это можно даже не брать, наверное. А, нихуясь. Ну, окей, это гапи, да, ведь это гапи. Это минус мозг. Ну, ладно. Это я не проснулся, да. Пульт выкинь, вы уже опоздали, я уже улетел. Ладно, сейчас будут активаторы, будут похуй. Ну блин, про ремоут я всегда забываю, это нормально. Любой нормальный спидранер всегда забивает хуй на ремоут. Это база. А что, кстати, даже помню, не работает же? Или работает, я даже не помню. Нынче с этим... С этим самым... С ремоутом. И что там, блядь, поломали столько всего. Много активаторов поломали с ремоутом. Айзеки, да. Ну, блять, я не знаю, буду ли я, конечно, прям ждать. Ну, может и придется, да. Ну, довольно редкая. Я думаю, будет рано хуёвый, что типа я буду долго мать бить, так что я снова увижу эту атаку рано или поздно. Наверное. Я еще хуйню взял, нахуй я взял сразу этого бэбика. Я же мог двух взять. Ладно. Спишем на первый ран. А потом на второй ран спишем. Ну, сделка же осталась, правильно? Конечно, осталась. Вы переживаете, дети. Все грамотно, все четко. Паразит. Да? Паразит. Охуенно, что я открыл челлендж 8. Это прям охуительно. Повезло. Повезло, что я его реально открыл. А, за мертвых, окей. За мертвых. Бля, теперь, конечно, может стоило реально взять с тобой доски, но опять же я вроде не попадаю в чест никаким хером в этом ране. Что у меня полароида нет. Ну, может будет делириум вдруг. Жизни, да, маленько нам дали. Жизни. Приятно. Интересное предложение, еще одно. Тоже интересное предложение. Но опять же, ключи не соберу, потому что у меня жизни мало. Не жизни мало, а чтобы было хп лишнее. Чтобы я мог ударяться и не улетать. Не умирать, то есть. Ангел бежит. У меня пока хп нет лишнего. Это павуки. Это маленько нужны. Чуть-чуть. Чтоб потом реально активатор купить. Тут же нихуя нет, да? Пока ничего нет. По факту, если найду активатор, можно уже полностью заканчивать отсюда. Уже делать нечего. Уф. Гапи, конечно, хорошо, но пока, по-моему, не сильно-то оно и мощное. Надо больше дамага и больше тирейта, чтоб веселее это все игралось. Полетаю, Ром. Дамаг. Ее, больше мух. Ладно, не стоит того. Неплохо. Неплохо. Да ты псина. Деньги. Маленько назад вернемся. Ладно, большая рума. Кринж. Или кринж. Вау. Ладно. Это не сработало, как я хотел.
У, я там денег. Диаманты. Надо в магаз донатить срочно. Анлоки, там D6 на Айзека дают. За Айзека. За Глюбеги. Чтоб у Айзека было D6 на старте всего. Так что, в принципе, есть. Speed up. Speed up. Horf. Вернулись. Ладно, плевать, на другом этаже все это замутим. Слишком долго будет. Это мисс. Печка, лол. По-моему, только вчера я открыл. Ох, блядь, кирка, это ж активатор, да? По-моему, это активатор. Прям совсем активатор. Ну, давай. Денег закинем. Найс. Найс, неплохо. Привет, мамбе. Я думаю, это рядом. Походу, нихера это не рядом. Надо было дальше летать. Куда? Вау, серьезно, как будто такой этаж. Увернулся, найс. Записи, да, будут. Опа. Опа. Кстати, я могу так сделать, забавно. Типа, если ты убираешь кирку обратно, ремонт не активируется. Почему-то. Типа, реально бесплатно. Правда, я ее разряжаю, да, наверное? Или не разряжаю, подожди. Может быть, нет. Нет, я в игры не играю. Я только в Айзека играю. Так, благо мне больше уже не париться, правильно? Потому что мне нужен ангел. Это может быть радует. Окей. Больше мне еще надо делать бустраша, да, в этой жизни. Логично. Думаю, я же сделал здесь бустраш правильно. Тоже вроде неплохой ран для бустраша. Даже может быть для хаша неплохой ран. Возможно. Хоть побольше бы маленько. Это мне охота умирать, то очень долго быстро там буду умирать. Слишком это будет стрёмно. Снять, она у меня, так сказать, такое было как-то раз. По-моему, на ласте. По-моему, 7 или 8 раз умирал на полупустом билде. Это было не сильно весело. Это было довольно больно. Дуся выйдет, пока, думаю, нет. Ну, как-нибудь, может быть, выйдет. Ставки? Модеров нет, какие ставки? И пока ставки делать не на что. Там ставки только максимум, типа, на этого... Делириума, типа, будет или нет после мегастена, в основном. Ставки особо не на что делать. Найс лаги. На гафе? Нет. Нет никаких гапи. Да, блядь, чё за лаги, ёб твою мать. Чё за хуйня опять? Чё-то тупая игра лагает мне опять. Что это мне нужно? Открыть. Если ты про маму, которая новый финальный босс, то это надо 3 раза хаша пройти. По-моему.
Или это вообще ран на, блядь, делириума? Хер его знает. А может быть ран на делириума? Настолько ли это мощный ран, чтобы идти на делириума? Тогда я пропускаю, блядь, кафедралу. Что печально. И полароида все еще не будет при этом. Нахуй я так делаю? Вопрос хороший. Думаю, я это зря делаю. Найс. Номер один. Ну, типа, у меня тут маф, гапи все равно есть. То есть чем-то можно играть, по идее. А, справа скидку не почекал. А, нету скидки, окей. Думаю, будет. Рун шард. Дали карту понюхать. Немножко. Но не сильно. Так, можно нормальный телепорт. Блин, хоми дали на одну руму. Это 3 доллара бил. О, дало. Трипл был. Да ёбаный ты ж, блядь, еблан. Блядь, хитбокс вообще ничего. Ебать, вот гапи частей насовали. Ебанись. Ладно. Тип один хер, мы на хаша идем. Правда, я не прыгал в сундук на хаша. Вот что забавно. Но я же его убил, правильно, один раз? То есть все. Правильно, все. Теперь похуй должно быть. Трогать. Хотя планету можно было и взять. Раут, ну, считай такой же, но не совсем. Маленько видоизменен он здесь у меня в сплитах. Но суть примерно одна и та же. Там раут более-менее правильный. Для меня. О, реально все части гапи. Ну, все открытые части гапи, которые есть. Увидел. Покупить? Я вот думаю оставить его на конец, но... Наверное, да. Наверное, лучше сразу купить. Это лучший активатор. Более быстрый активатор. Планетарий, да, уже планетарий открыл. Планетарий уже есть. Я не буду здесь, но мужика играть придется. Хорошо. Страшно. Лоры. Блять, эксплозива. Это может мне поломать мою стратку. Со сейф-спотом. Все, я вспомню. Сейчас вроде вчера получилось, по-моему, нормально стоять на континуум атаке. Она тоже будет троллить, потому что тут ебан бывает с вами атаки один за одной. Это будет долго? На самом деле нет. Это не будет долго, потому что гапи и маф. Это будет нормальный файт. По-моему. О, здрасте. Что это было? Даже не знаю, что это было. Муха была? Она была муха. Похоже на муху. Это моя муха. Континиум. Типа стою здесь. Просто чилю. Какой, блядь, мухи вот ебаные троллят? Да, умри нахуй. Самая муха. Мы чилинг. Мы тупо чилинг. В этом споте. Нам похуй. Нам вообще похуй. Просто похуй, видишь, стоишь и нормально. И кайфуешь. Просто ловишь кайф. Просто, блядь, не дергаешься нахуй. Все еще работает схемка. Идеально, он даже ничего не спамит. Просто идеальный паттерн. С хашем повезло в этот раз. Вот на лосе, конечно, будет делать так страшно. Наверное. Что сильно велика цена ошибки. Если не повезет. Вообще похуй, похуй абсолютно. Абсолютно похуй. А куда я пошел? Это ничего не надо. Что за карта? Карта какая-то вроде. Вон карта, окей. Так, кафедрал получается. Все-таки. Все-таки делириум, мне кажется, на 4 хп это хуевая идея. Мне кажется. Все же маленько не то, наверное, будет. Экспериментал пил.
А, можно было сундук проверить. Нет, конечно, если тут дадут делириум, я, конечно, пойду на него, понятно, после Айзека. Я не думаю, что мне его дадут. Сомневаюсь, что мне так в этой жизни повезет. Мегасцена ремоут нет, не телепортирует. Блять, маф не перебил. Да, нахер отсюда. Нету, D6 открыли. Ну, вроде еще не полароид. Ну и ладно. Что там, Иден? 13 токенов, бля. Это будет больно. О, прикольно. Ладно. Ищем любой нормальный старт. Это похоже нормальный старт. Думаю, стоит эту руму чекать. Уже я жадный. Какой же я жадный. Какой же он жадный. Окей. Стопы охуенные, Кирка, поехали. Это похоже на неплохой старт. Только шаман, ладно. Можно пойти на агро, все что. Господи, это можно делать. О, кайф, когда это можно делать. Какой же, блядь, кайф. Идиот, скажет механика. Это, по идее, надеюсь, уже должен быть полароид. Я очень на это надеюсь, что это будет полароид. А сейчас я открываю. Тут босс Rush Hash тоже будет, скорее всего. Босс Rush Hash на Идене это... Undefined. Ну и Blessing, нормально. Хорошие анлоки у Идена тоже. Вроде кайфово. Грид мод. Есть в команде раут все анлоки на персонажах, можешь сам их глянуть. И там подумать сам. Хочешь что-то делать или нет? У меня есть таблица со всеми анлоками по персонажам. Блять, там рейндж огромный. В гриде анлоки в основном, по-моему, нормальные, но не все. Там есть анлоки нормальные. Надо смотреть конкретно. Ну что, опять делаем ачивку на увеличение размера? Вряд ли. Очень вряд ли. Так, я спешу, но маленько, да, спешу. Типа на бусраши. Опять же, бусраш сделать будет много шансов. Типа я могу сделать бусраш в любом уровне почти. И на мате можно делать бусраш, и на звере можно делать бусраш. Вот хаш надо делать по-любому. За 2, да, рана получается. Правильно. Вроде правильно. Уж там только надо идти типа на нормальной цели. Ну, либо если будет один ран на делириуме, что маловероятно. Я надеюсь, сегодня такого не будет. Но, блять, может уже и будет, если я буду так делать бусраш и хаша отдельно, то может и такое будет. Кирза. Привет, Мэтт. Блайнд. Окей, видимо, все-таки реально ангел. Тем более с таким хп не сильно большим. А! Я думаю, это неплохо. Тем более там выдержка спид хорошо работает. Бах. Бах. Где? Я даже могу ломать против грибы безопасно. Нашел. Блять, нормально. Что за муха? А у меня муха стартовая, окей.
Это моя стартовая муха такая прикольная. Понял. Понял. А можно я подберу? Ага. Спасибо. Я долбёб. BFF. Это на кирку работает? Первый знает. Нет, наверное. Конечно, маловато. Найс, хватило. Почти. Такой найс. Плохо это. Так, тут ангел будет точно правильно, что можно не париться. Мисс Рейндж. Ну, благо, рейнджер вроде запас нормальный есть. Чё, плюс рейндж. Что летит, блин, далеко. Ну что, спидом. Это будем искать, по-моему, долго. Это аж идиотский. Брать пикапы на якобы. Какие пикапы на якобы? Если ты про айтемы, там что угодно можно брать. Ну, максимум айтемы на взрывы, может, опасные маленько. Все остальное плевать, по-моему, абсолютно, что там брать или не брать. Бери все, что берется на якобы. Judgment. Ой, очень плохо. Ни одного ключа не дали. Блядские блохи. Ужасные блохи. Не, я не думаю, что работает BFF на альт якобы. Может быть, раньше работало, кстати. Тоже не уверен. Ну, может быть, работало. Это работает BFF на Серафима. Что хорошо. Он и так довольно мощный, теперь еще мощнее. Очень приятно. Ёбаный, блядь, ты в рот, это Рума. Что это за пиздец? Все обоссали, блядь. Все обоссали. Куда вставать-то, блядь? Что-то фармить, что-то как-то билда мало. Опять ты? Типа, нахуя? Или правда нужен? Да не, я не могу к нему пойти. У меня полароида нет. Этого просто не пройду. Да хп! Я же, блядь, сдохнул. Еще страшно его проходить с этим дилдом. Не пойми пока как. Может быть, не так. Нет, тут неплохой, по идее, просто хп очень мало. Классно поломал. Ладно. Брим, мужики появятся, мне весь кусаж пройдут. Очевидно. Все просто. Как же я не заряжал. Ну-ка. Ну-ка, хп, хорошо. То, что я просил. Привет, груз. Нихуя там таймер долги. It's like she's fucking five. Рублей, Новый год наступил, а классику так и не послушал. Классику? Которую? А, эту классику, окей.
послушаем. Блин, это мало терпит. Теперь дверь закрыта, потому что блядский грит. Ебать вас в рот эти бомбы. Бля, ебать вы мне стены текст напишите на спидране, конечно, спасибо, ребят. Как я должен читать? А, послал папе, что это можно просто не читать. Это можно нахуй просто сразу игнорировать. Сразу понял. Это проще. Какой можно забрать? Бежать! Блохи и лунг — это такое себе комбо, честно говоря. Жопер. Вау. Ладно, сразу. Пиздец, плохо. А, это очень плохо. Из долга теперь уже не собью, да? Теперь даже не собью. Так все плохо-то в этом ране. Но магазы на грум еще остались. Но все хороших. Где они? Видимо, где-то здесь надо будет подавлю. Сам. Пизданись. Пас. Или же было в этом руме? Нет, не было. Да, наверное, будет в той, блядь, жопе. Ах, это будет печально, если будет реально в ту сторону. Это будет очень печально. Можно я буду попадать, выезжать? Это вроде мне не надо. ХП нет. Печально. Да, это думаю, реально, блядь, слева от старта, ёб твою мать. Ладно, хуй с ним. Не пойду уже обратно слишком далеко. Слишком далеко. Прокнула. D6. Сука, все через шипы еще, ёбаный ты в рот. Еще и через шипы все. Вау. Может, это будет неплохо. Ну, вероятно. Хотя. А может, и неплохо. Мало тиры это было, тем более, как раз. Может, нормально. Может, реально нормально. Да, будет нормально. Лучше, чем было, по крайней мере. Вроде мечных камней я не вижу. Это будет капец. Грустно. Не. Блин, что с его бревном сделали? Почему он такой стал, блядь, извилистый? Какой хера. Не было, по-моему, такой раньше. Очень странная форма стала у него, его брема теперь. При атаке. Да, по-моему, стало DPS намного больше. Даже с таким кривым. Своим мелкому. Миндальным своим милком. Все еще норм. Ну ты мразь. Прям в меня занесло. Okay.
Да, я сам составлял давно еще. Ну, вернее, спуты вообще только вчера делал. Раут я делал давно еще. После своего рана без смертей. Этот вот. Мое творение. Я не блан. X5 пройти кафедрал 5 раз. Полароид открыть. Это уже почти все, мы уже почти закончили с этим. Ведеран должен быть последний на полароид. Редмида. Хорошо, шотгид огромный. Очень спасает с этим билдом. Прям реально спасает. Сильно жизнь прощает. Закончится. Эх, не влезло все. Ну еще не все. Уже заебали. Все уже закончится. Не хочу читать волны, это сложно. Надо было поставить говномод на количество волн. Undefined. Потрогать надо, наверное. Можно и не трогать. Забрать, собрать. Эти волны, не знаю, зачем выкинул, можно было оставить. Плевать. Ромб один. Ну вот, блин, еще хорошо проходить, не знаю как. Видимо, профармить. Время-то явно будет. Я думаю, мы сильно впереди. Да, еще 15 минут есть. Окей, это поможет пройти хорошо. Хорошо. Да, эта хрень ломает сундуки такие. Рума. Классная рума. Я еще испугал спаун этой, блять, крысы жирной. Ладно. Справедливо. Все по справедливости, по крайней мере. Убиваем. Пока, мне кажется, нас хаш убивает, а не мы хаша, но посмотрим. Надо, по идее, убивать. Время тратить. По идее, надо убивать. Развенхер ран, по сути, никуда. Ран тупо до полароида. Тьфу. Тут не так все плохо, по идее. Идея. Ну и не так все хорошо. Это нечем хотеть. И прыгать заебал. Блин, как же много хп терминал на этой фазе. Он стал толстый. Толстяк. Дьявол. А, да. Я даже не уверен, что это стоило брать. Ну, ладно. Типа, буду на одном хп, да, проходить? Как я люблю. Игра на одном хп. И это мы любим. Кирка, по итогу, вообще, я даже ее не использую толком. Для фарм, чтобы, блядь, надо фармить. Грустно. Меняется? Посмотрим. В принципе, на одном хп хаш проходится, по идее. Может, хп сейчас где-нибудь найдем. Тоже возможно, правильно. Хотя бы еще хп 2 было бы нормально найти.
Ну, может быть, и отменяется. Просто сделать быстрый ран на Polaroid с Эмперором. Уже не трахать мозги. Реально риск большой. Въебать весь ран. Таким хп. Ну, хп дает. Но я боюсь, просто я на шипы сейчас наступлю и все, они нормально. Пока вроде справился. Играю на DualSense геймпаде. Ага. Это уже прикольно. Хочется потрогать. Тоже бывают холсапы. О! Ачивка на Bloodclot есть. Пикап. О, yes! Ага, найс. Все-таки нашел холсап. Что искал. Ну, постепенно становится лучше ситуация наш. Тупо два этого этих камней. Твою мать. Сусите. ПП, найс. Может быть здесь. Может быть. Похуй, этот тринкет, наверное. Уф! Это охуенно, это на сою блок-плот ДПВ. Это было глупо. Нет. Смешно, конечно, но нет. Все же думаю, нет. Типа, что не блайнд. Yes. А, мистер Ми потрогать как минимум надо. Хотя я могу его натравить на хаша, но это... Ну, смысл тоже мало имеет, но пусть будет. Yes. Я еще кое-что забыл. Что сделать можно? Умирали мы, не умирали еще ни разу. А не, один раз умирал, потому что надо было умереть от Эпикака, мне Нейл помог. Я забыл про эту ачивку идиотскую. Вчера от Эпикака сам себя убил, чтобы дать Лил Спиора. Умирать будем в конце, скорее всего, до конца. Пока плевать. Нахуй я беру Импера? Выкинь пока его. Да, это будет охуенно, потому что тирейд хорош. Блин, это может быть рано Делириума было бы неплохое. Может, нас приведут в портал. После этого связка. Будет славно. Там хороший был. Вроде. Ладно. Другой раз. Да, кстати. Выезжай. Помощничек мой. Помогай. Я даже не вижу. Он там вроде, да? Надеюсь, он там. Не отлынивает от работы. Не убежал никуда. Может, он уже умер, наверное. Нет, конечно, не самый жирный босс. Самый жирный — это Делириум в плане хп. Типа, именно хп. Ой, долбит. Ну, там стол. Да ёбаный муж. Ну, блядь, муж уже тролит. Так,
ты станешь замук. Мухи кайф ломают, пиздец, просто. Хватит срать. Саш, хватит срать. Во, так нормально. Тут я почилю. Вот. Хуй, почилю. Любить наш. Тут почили. Оно вроде со всех сторон работает. Зеркально. По месту. Как хаша проходить молодцы, я чего даже понять не могу, как это вообще проходить. Ой, я, кстати, открыл это вот. Новый путь открыл. Мы теперь можем ходить на мать, но нет, потому что нет. Нельзя. Потому что нет мантии на ласте еще. Это будет сильно позже. Подсвет как костров. Чуть светлее стало в этой руме. Немножко. Светилось, а. Это все еще не полароид, да? Это все еще не полароид. А нет, полароид, я таки, слава богу, я ж испугался, что это будет не полароид опять.